Сломались, пацаны. Сломались. За кольцо сорял. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Я нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. А что там по новостям говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут ехать, блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал, таких как вы, никто не в курсе вообще, кто куда едет. Блядь.